Добрый день, всех приветствую. Друзья из Армении просили соотнести с результатами войны в Карабахе. Что меня сразу удивило в обращениях, которые я получил, типичным тоном и настроем было: «А Виктор, скажите, это было предательство или это был сговор?» Приходилось отвечать каждому. Это была война, и это было поражение Армении в этой войне. Там не было ни предательства, ни сговора. А была война, которой Армения не была готова. Азербайджан готовился намного лучше. Вот и все. Теперь по существу. Теперь по существу. О причинах поражения мы уже говорили в одной из предыдущих бесед. Конечно, отсутствие национальной идеи, конечно, внедряемые неразумной национальной политикой пессимизм. Это довело Армению до того, что еще до войны Армения, согласно Гэллопу, и кто усомнится, пусть, значит, войдет в Google, Google есть, введет туда слово Армения, дальше введет туда слово Гэллоп, это крупнейший институт опроса общественного мнения, изучения в мире, и дальше, например, слово anxiety. И он получит сразу табличку, там четыре разных таблички степени недовольства населения. Так вот, по уровню недовольства определенном смысле и даже озлобленности, можно сказать, Армения на первом месте в мире. Ну, это же произошло вследствие каких-то действия власти, это же произошло вследствие нефункционирования системы. Так же не было 30 лет назад. Уж точно 30 лет назад армянское население не было самым озлобленным в мире. Сегодня это так. Что произошло? Мы уже говорили об этом. Отсутствие национальной идеи с одной стороны, отсутствие работы с диаспорой и отсутствие этой идеи возвращения на собственную землю, она существует, она существует где-то там на обочине. И случилось ровно наоборот, что за 30 лет почти независимого существования страна вдвое уменьшила население, а не увеличила, как это должно было быть. То есть все пошло обратно. Это мы уже сказали. Все. И если говорить о конкретных причинах, ну, наверное, то, что говорил в своем интервью Кочерян, оно близко к тексту. Наверное. Но это все внешние причины, и внутренние мы тоже затронули. А сейчас хотелось бы совсем о другом. А что делать? Мы же, обращаясь к Армении, хотим этой стране добра, естественно, да? И что сегодня могло бы быть добром для Армении? Есть необходимый один рецепт, который почему-то никто не ставит на повестку дня. Его возможное благотворное влияние на дальнейшую судьбу Армении, армянского народа. Я сейчас скажу очень простую вещь одну. Она очень проста. Но без нее вряд ли что-то путевое ждет эту страну. Как должно случиться? Должно случиться так, что завтра премьер-министр Пашинян начнет срочные переговоры о создании правительства национального единства. Параллельно, естественно, будут закрыты все уголовные дела против всех вот политических его недругов, супостатов, будь то Кочерян, будь то Саркисян, будь то Царукян. Вот просто все уголовные вот эти дела надо закрыть. Все уголовные дела против них, членов семьи в некоторых случаях, это все надо закрыть, объявить о создании правительства национального единства, куда пригласить Кочеряна, куда пригласить Саркисяна, если он, Тер Петросяна, возможно, на каких-то ролях обязательно, создать правительство национального единства, не распуская пока что парламент, не упраздняя демократию хотя бы, на основании того, что теперь понятно, что оппозиция должна тоже прекратить все безобразие, которое сейчас происходит в стране. Безобразие, оно обоюдное абсолютно. Накал ненависти, он идет с обеих сторон.
слежу, вижу и также горюю. Но выход из этого, просто новая страница. Теперь вы только подумайте, что случится по отношению ко всему, что происходит в регионе, если такое будет сделано. Впервые за все эти 30 лет на Армению ее же диаспора посмотрит как на источник национального единства, как на образец национального единства, источник идеи национального единства. Это вселит вдохновение. Вместо обычной ненависти, которую сейчас сеют люди там, начать. И сейчас мы поговорим, о чем начать. Но вот что мы видим на сегодняшний день? Смотрите. Страна поделилась на две части. Одни говорят, что надо вешать, там, например, Кочеряна, Саркисяна. И мы это читаем везде, и все, что во всем они виноваты, что они подготовили. И в этом есть доля правды, кстати. Понятно, что вину можно найти и с той стороны, и с той стороны, еще как. С другой стороны, те, кто говорят, что надо обязательно вешать Пашиняна. Теперь Пашинян, понятно, что он провалился. В этом тоже нет сомнений. Он провалился, весь настрой его провалился, все, что он делал, оно провалилось. Главное, чисто технически, ну, нельзя было доводить отношения с Россией до того вот низкого уровня, до которого он их довел, чисто технически, опять же, это то, что это было стратегическое достояние Армении. Люди теряют совершенно там разум и понимание о том, что можно, чего нельзя, что правда и что неправда. Это надо восстановить это. Надо восстановить приверженность каким-то хотя бы минимальным принципам правды и чистоплотности. На сегодняшний день, потому что мы просто сталкиваемся с тем, что там идет один массив лжи. Там вообще нет ни одного слова правды. Обратите внимание. То есть вы берете любую абсолютно армянскую газету или комментарий, очень хорошо почитать в соцсетях. Сколько раз вы можете прочитать о том, что, например, Пашинян является турецкой проституткой? Прошу прощения, но вот так пишут, причем так пишут женщины, такие вот амазонки, джаночки интернета, амазонки интернета пишут, такие гадости матом часто пишут. То есть они пишут, что премьер-министр Пашинян, он за деньги продался Турции. Дальше я читаю тоже иногда, что какие-то миллиарды он уже вывел из Армении. Понимаете, страна с госбюджетом 2 миллиарда, а он уже миллиарды вывел из госбюджета, украл. Да? И это пишется постоянно, повсеместно. И наоборот. Я сколько раз читал и слышал, что Кочерян какие-то миллиарды украл тоже. Саркисян. Я не говорю о том, что эти люди чем-то там не провинились. Но когда говорят, что вот Кочерян расстреливал парламент или еще что-то, понимаете, просто полная отдаленность от реальности, она приводит к тому кошмару, в котором сейчас Армения находится. После создания правительства национального единства, поэтому надо просто отказаться от лжи как основной парадигмы существования. На сегодняшний день ложь это там основная парадигма. Просто все вранье практически. Все вранье. И задумались бы, ну как так случилось, что неплохая по прошлым показателям каким-то по пониманию общему армия, она выдала то ли 10, то ли еще больше тысяч дезертиров. Люди уходили с поля боя. Ну, все же это уже знаем. Как так довели до этого? Это же не страна трусов, это же не арабы в 67 году, так скажем, мягко, осторожно. Ну вот, довели, в том числе, бесконечной этой ложью, когда людей все время обманывают оттуда, 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 отсюда появляется, да, злоба, да, разочарование. Поэтому, что бы сейчас нужно было создать? Первое, правительство национального единства. Полное примирение. Прекращение всей этой кампании. Но ради чего? Да, вот, все скажут, что идея хорошая, а ради чего работать? При этом правительству надо обязательно создать специальное информационное бюро. Ой, это небольшие расходы. И что-то такое подобное это в Армении уже есть. Но просто это, там надо начать заниматься обработкой информации, которая попадает. И
это должно быть началом попытки хотя бы, попытки излагать факты правдиво. Вот просто факты правдиво. Оценки должны быть основаны на реальности, на каких-то правдивых показателях, а не на идее о том, что то ли Пашинян миллиарды украл, миллиарды из Армении вывел, да? То ли Кочарян украл. Это чудовищно, это глупо, это саморазрушительно. Вместо этого надо начать правильно оценивать и соседи, и себя. Прекратить говорить глупости о том, что Армения, например, воевала с 8 или 9 или 7, не помню, этот самый там гений говорил. Но с гением тоже надо примириться, я имею в виду Араика Арутюняна. Его тоже нужно обязательно привлечь в это во все. Все должны быть там с добрым настроем, на домострое. Понятно? Вот что должно быть. Просто всех надо привлечь только под добрым флагом. Не под флагом, кто кого больше ненавидит или кто кого переврет, а наоборот. Обязательно информационное бюро, которое начнет обрабатывать информацию и выдавать правдивые сведения, хотя бы примерно. Я, кстати, не удивлюсь, если премьер-министр сам верил в какие-то вот байки, которые рассказывают. Я не удивлюсь, если он сам жил в этой атмосфере. Потому что, ну, ты слышишь, что говорят иногда военные, армянские спецслужбисты. Слушай, я помню, вот, 3 года назад меня это поразило. Я как, после того, как посетил Карабах, приехал в Ереван, и там у меня была встреча с человеком, который сыграл какую-то роль достаточно видную в 90-е годы. И человек из КГБ и из армянских спецслужб. Это Ашот Манучурян. Он собрал своих приближенных, и мы вели беседу. Сначала было все хорошо. Очень вкусные абрикосы были. А потом гостеприимство началось. И Ашот Манучурян мне говорит, что вся кампания Азербайджана по там, Хаджалы и прочему, это все израильский замысел израильских генералов, которые толкают на этот Азербайджан. И я ему говорю, а откуда такие сведения? Подождите. Я говорю, стоп. Теперь источник информации. Говорит, ну как-то это... мы знаем. Я говорю, ну хорошо, ну а эти все значит, откуда вы знаете? Я-то, наверное, знаю лучше израильскую сторону. Ну, объясните, на основании чего вы такие великие вещи мне сообщаете. Он мне говорит, что в... все это мы прочитали в азербайджанском издании «Хакак», как там называется официально, ну, главное официальное проалиевское. Я говорю, так, давайте, я беру телефончик, вот этот мобильный телефон. И я говорю, давайте, где, что, вот, где, что, где генерал, какие генералы израильские. Понятно, что ничего не было, полное время. Но он даже не понял, чего я от него хочу. Вы покажите источник или принесите извинения за гадость, которую вы только что сказали. Потом же там еще в армянской прессе писали, что Хаджалы это вообще операция Мусада и прочее. Это я привожу вам как пример просто. Это пример маленький совершенно, он не главный. И меня просто очень удивило, как можно строить беседу на одной лжи. А там было вот именно так. И это угрожает не нам, это угрожает Армении. И конечно еще угрожает. Вот, посмотрите, к чему это привело. То есть сейчас страна находится на пути дальнейшего разложения. Я не хочу говорить слово гражданская война, может быть, никакой гражданской войны не будет, даже если продолжу. Так я не знаю, откуда я знаю точно, что произойдет. Но я знаю, что страна идет в сторону деградации, не без сомнения. Отток населения без сомнения. Для того, чтобы уровень злобы и лжи, он пошел на снижение, необходимо создать правительство национальных действий, прием бюро информационное, которое начнет сообщать что-то правдивое. И люди будут что-то слышать, сопоставлять с тем, что они видят, и начнут верить. Это очень важно, верить друг другу. Очень важно, потому что когда те и те будут сидеть вместе, когда премьер-министром будет дальше, естественно, Пашинян, его, например, замом будет Кочарян, министром обороны также, еще тогда. Это будет совершенно другая атмосфера, понимаете? Но этого мало, конечно. Мало. О чем мы обязательно должны также напомнить, это вся история самогеноцидации, или как это сказать, самовиктимизации. Надо это закончить. Просто все лоббирование темы, которая касается
геноцида столетней давности, его надо отложить в сторону раз навсегда. Нет, помнить самим, и в других странах можно проводить семинары, но это политика, что наше главное. Но там для изменения каких-то положительных должна быть просто принята, ну, не безоговорочно. Кстати, пример удачного, умного лоббирования, это то, что мы сейчас видели во Франции. Слушайте, умеют же. И Национальная ассамблея, значит, и Сенат приняли решение в пользу Карабаха. Ну, простите, это успех. Это хорошая работа. То есть могут же, то есть же люди, посмотрите. Вместо того, чтобы заниматься тем, чем обычно, и воспитывать в молодежи в духе того, что вся нация — это просто те, кого уничтожали, это же приводит к желанию уйти от этого. Вы не понимаете, что если вы воспитываете детей вот так, то дети потом захотят быть кем угодно, только, но не жителями Армении. И во многих случаях они так и делают. Мы же говорим о том, что надо наоборот что-то хорошее. И последнее, что я сегодня скажу, наверное, главное, да, из всего. И вот когда появляется вот эта вот структура, во-первых, национальное единство, обязательно. То есть без этого я не вижу вообще ничего. Второе, это информационное бюро, которое начинает выдавать правдивую информацию. Правдиво не значит все рассказывать, не значит давать государственные тайны, понимаете, да? Но что-то приближенное к действительности, а не то, что мы видели во время войны. Чудовищная ложь шла, все время. Причем абсолютно отовсюду, Строить национальную идею по принципу, ну, приблизительно я его сейчас очень сформулирую, если мы берем это из Аурабинды, ну приблизительно хотя бы, да? Какая идея объединяет нас? Начинаем задуматься. В Армении сейчас говорю. Какая идея вас объединяет? И как эта идея может быть одним из музыкальных инструментов мировой симфонии? То есть по отношению ко всему, что хорошего миру вы собираетесь сказать? Что хорошего вы хотите привнести в мироздание? Вот как только так будет поставлен вопрос, вам жить станет хорошо. Понятно? Таланты есть? Есть. Способности есть? Есть. Народ есть? Есть. Страна есть? Очень важно. Есть. Страна с независимостью есть. Все. И поехали. И вот это, поверьте, то, что я вам сейчас сказал, это не попытка критики или соперничества. Это попытка принести вам доброе слово и дать вам рецепт, лучше которого сегодня у вас нет. Вот то, что я сейчас вам сказал, весь этот перечень, давайте просто. Все это надо повторить еще раз. Первое — национальное единство, пам-пам-пам, восклицательные знаки везде, обязательно, в порядке, немедленно причем. Немедленно Пашинян предлагает им посты, они отказываются от всей этой дьявольской пропаганды, с обеих сторон дьявольской пропаганды, абсолютно, да, абсолютно. Все это надо отмести, никто там не предатель, никто там не выводил сотни миллиардов, Кочерян не работал на Турцию, и Пашинян не работал на Турцию, все это забыть, национальное единство, и начинаете работать. Обязательный отказ от тотальной лжи и злобы, прекратить вот эти все пулеметы ненависти от интернет, амазонок, джаночек, вот это все прекратить немедленно. Писать хорошие вещи про Армению. Добрые вещи пишем про Армению. Видели то, кто-то кому-то помог на улице. Пишем об этом, понятно, да? В армии что-то хорошее произошло. Писать об армии, культура, все, что можно, только хорошее писать об этой стране. Понятно? Дальше. Значит, отказ от лжи. Положительное. Отказ от идолопоклонства, геноциду. Это губительно, разрушительно и бесперспективно. Заражает. И тут же, естественно, привлечение диаспоры, само собой, должно произойти. И самое главное, наверное, это привлечение нескольких, ну пусть это будет 10 человек, но внутри народа можно. Знаете, там должны быть какие-то обязательно призыв духовенства, монахи. Кто-то должен быть оттуда, кто-то должен быть из академии. Но это же люди, которые занимаются национальной идеей именно в ее универсальном аспекте. То есть, ну, идея-то она армянская, да, объединяющая.
Но вот как ее встраивать в общий хор, в общую мировую симфонию, только с позитивной стороны. Не то, что мы, как мы вас ненавидим всех, а наоборот, как мы с любовью вам что-то можем тоже привнести. Вы это, мы вместе создаем некую божественную симфонию. Вот это то, что сегодня необходимо. Ну и, конечно, надо подчеркнуть, что без привлечения интеллектуалов, духовенства тоже здесь далеко никто не пойдет. Как это делать конкретно? Я не настолько хорошо знаю страну, чтобы сейчас прописывать все. Да и никто меня не просил. Но те принципы, которые я вам сейчас изложил, они необходимы, они незаменимы, и они вам во благо. Поэтому вместо того, чтобы с кем-то спорить, я хочу, наоборот, вот этим словом во благо завершить сию беседу. Всего доброго.